Всем привет! Вы на канале Вкусный уголок. Сегодня приготовлю ореховый пирог. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Для начала приготовим начинку. Для нее я взяла 150 грамм грецких орехов и слегка посушила их в микроволновке, чтобы было вкуснее. И теперь их нужно измельчить. Я буду в измельчителе. Вы можете это сделать любым удобным для вас способом. Очень мелко измельчать не нужно, видите, должны такие всякие кусочки попадаться, и крупные, и мелкие, и высыпаем теперь в емкость. Добавлю теперь сюда 100 грамм сахара, пол чайной ложки молотой корицы и 50 грамм мягкого сливочного масла. Я его заранее достала из холодильника. И теперь прямо рукой вот так это все перетираем в крошку. Вот посмотрите, видите, примерно вот так у вас должно получиться. И теперь на то время, пока будем готовить тесто, начинку поставим в холодильник. Готовим тесто. Для него в емкость выкладываем 100 грамм мягкого сливочного масла. Добавляем 120 грамм сахара, щепотку соли, пакетик ванильного сахара 8 грамм. И все это немного перетираем. Затем сюда добавляем 3 яйца. 200 грамм сметаны, у меня 15%, и все хорошенько перемешиваем. После этого сюда в 2-3 приема добавляем просеянную муку, пакетик разрыхлителя 10 грамм и замешиваем тесто. Вот посмотрите, вот такой густоты у вас должно получиться тесто. У меня сюда ушло 250 грамм муки. У вас может уйти немножко больше, либо меньше, потому что яйца везде разной величины. И долго вымешивать ничего не нужно. Даже если осталось пару комочков, то это ничего страшного. Далее берем форму диаметром 22 сантиметра. Дно я устелила пергаментной бумагой, бока ничем смазывать не буду. Выкладываю в нее половину теста. И равномерно распределяю. Сверху чуть больше половины ореховой начинки, вторую половину теста и сверху уже оставшиеся орехи. Все, ставим заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно минут на 40. Ну а там уже смотрите по своей духовке. Пирог готов. Я ему дам остыть до теплого состояния, затем вытащу из формы и уже на решетке оставлю полностью остывать. Остывший пирог присыпать ничем не нужно, это лишнее. Ну и, конечно же, разрежу и покажу вам, какой он в середине. Вот посмотрите, пирог получается очень вкусный, сытный, и мы его любим кушать, запивая молоком. Попробуйте испечь его для своих родных. Ну и, конечно, если вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе!